Я, Кинжалиев Малик Сабитович, заявляю об оказываемом на меня давлении со стороны председателя Верховного суда Асанова, Жапов Хажимановича, судьи Верховного суда Шигенова, Марьяк Смагуловича, председателя уголовной коллегии Верховного суда Рахметуллина Абай Джамбуловича и председателя Маңғыстауского областного суда Давлиева Ержан Кокеновича, а также со стороны органов Комитета национальной безопасности, со стороны органов прокуратуры области, я обращаюсь к международным правозащитным организациям, членам Европейского парламента, депутатам Европейского парламента, стран ЕС, США и Канады, а также их представителям Республики Казахстан. Прошу защитить меня и моих коллег, судей Актауского городского суда, судей Кавраевой Марии Денисовны и Байтуры Гульнар Төрембаевны, и предоставить нам правозащитную поддержку.